на клевету я отвечаю по-разному. Чаще всего корень клеветы – это зависть. Вообще вот такой критики, корень критики – это зависть. Человек смотрит на тебя, ему нравится то, что у тебя есть. Он этого хочет, но платить цену не хочет, чтобы получить то, что у тебя есть. Поэтому вместо того, чтобы вместе с тобой порадоваться, он начинает там какие-нибудь гадости говорить про тебя, про твою семью, и церковь и прочее. Вот. Но я думаю, что точно нельзя делать. Это отвечать на такую клевету клеветой, критикой обратной. Вот, надо, я думаю, сдержаться. Однажды Остин старший, проповедовал на какой-то конференции, говорит, люди, хотите, говорит, я вам расскажу, что надо делать, чтобы не гневаться. Все такие, хотим. И он их минут 15 стращал этим вопросом. Они уже, ну давай рассказывай, что надо делать, чтобы не гневаться. Он говорит, слушайте внимательно, чтобы, говорит, не гневаться, не гневайтесь. Вот, поэтому обычно это эмоциональный вот всплеск первый, который высвобождает что-то негативное внутри нас. А чтобы сдержаться, надо просто контролировать себя. И есть то, что называется воздержание, надо удерживаться.